Какова бы ни была цена, нам придется заплатить ее, брат. Если мы хотим, чтобы наши земли выжили, если мы хотим, чтобы наши люди были свободны, если наш мир хочет избежать разрушения. Завтра, к лучшему или к худшему, наши имена будут вписаны на страницах учебников истории. Если останется кто-то, кто их напишет. Хранитель знаний Теклис. В ту ночь две армии разбили лагеря на расстоянии чуть больше полета стрелы друг от друга. Часовые с постов отчетливо видели костры вражеского лагеря. В лагере эльфов Тириона и Теклиса приветствовал их отец Аратион. Старый эльфийский владыка подарил Тириону драконий доспех Аэнариона. Этот доспех носил первый король Феникс во время древних войн с Хаосом. Он был выкован на наковальне Ваула и мог противостоять огненному дыханию драконов. В своей могучей руке Тирион сжал рунный меч «Клык Солнца», способным с легкостью проходить через доспехи и плоть и одним ударом выплеснуть накопленную энергию Солнца, сжигая врагов. Теклису Алариэль подарила священный посох Лилиат. Он дал ему такую силу и мощь, что теперь он не нуждался уже ни в каких зельях. Прошедший день открыл истинный размах войск Хаоса. Бесконечные ряды арбалетчиков, темных эльфов, шептали молитвы Слоанешу. Стадо холодных ворчало и ревело в холодных лучах утреннего солнца. Воины в кольчугах размахивали копьями. Эльфийские ведьмы безумно вопили и ругались. Повелители зверей загоняли животных на места. Весь фланг армии короля-колдуна удерживали рыцари Хаоса и их звероподобные свиты. Две силы столкнулись в самом сердце Фенувальской равнины. Темных эльфов было больше, их союзники были беспощадны. Высшие эльфы сражались за родную землю и вечную королеву. Их наполняла отчаянная отвага, они знали, что это их последний шанс повернуть эту волну вспять. Весь тот долгий день армии сражались с дикой яростью.
арбалетные болты летели навстречу тучам стрел с белым оперением. Их было так много, что небо казалось черным. Заклинания тут и там вспарывали воздух. Кровь смешивалась с пылью, поднявшейся в воздух. Тысячи погибли, но ни одна из сторон не уступала. Была такая страшная резня, что воины сражались на телах мертвых, а раненые оказывались погребенными под горами трупов. В самом центре боя Тирион сражался с яростью взбешенного зверя. Anarchy for all!
Теклис понял, чем обернулась битва. Войск друкаев было слишком много. Казалось, что высших эльфов вырежут всех до единого. Больше ничего не оставалось. Настало время для последней, отчаянной попытки. Он призвал мощь Лилиарда. Его посох засиял и запульсировал. Богиня начала подпитывать его энергию. Теклис собрал энергию в один из густов титанической мощи и обрушил его на короля колдуна. Заклятие опустилось на него, прожигая его душу. Widowmaker! Yeah!
Destruction awaits! Хандир втоптал знамя Малекита в грязь. Видя, что повелитель побежден, а знамя повержено, темные эльфы впали в отчаяние. Почти вся до единого огромная армия дрогнула и побежала. Высшие эльфы одержали свою первую важную победу. Они повернули волну вспять.